А в Нижних Серьгах каменщики приступили к восстановлению колокольни Крестовоздвиженского храма. Звонницу реставрируют по старинным технологиям русского зодчества. Процесс этот не быстрый и кропотливый, но результат, обещают, должен порадовать всех горожан. Репортаж Дмитрия Немытова. А это замутовка называется, то, что ведется. Ну, тут система существует своя. Вот ложки, тут тычки идут. Забутовка – это способ заполнения пространства между внешней стеной и внутренней. Именно так сотни лет назад на Руси возводили высотные объекты. Этой технологии зодчие придерживаются и сейчас. Опора должна выдерживать огромное давление. Здесь будут большие арки, а посреди башни установят многотонные колокола. Точность кладки проверяют также по старинке, на глаз, при помощи груза и лески. Это старый еще дедовский метод, еще как бы мы от него никуда не ушли. Как бы возвращаемся к нему. Я не знаю, есть лазерные сейчас современные. Ну, это более точно, как говорится, лазер, что техника, она может подвестись. Колокольня Крестовоздвиженского храма будет самой высокой постройкой в Нижних Серьгах. Шпиль достигнет отметки в 50 метров. В звоннице будет несколько уровней, чтобы благовест было слышно по всей округе. Работа эта кропотливая и во многом уникальная. Поэтому на реконструкции главного городского собора работают только лучшие каменщики со всей области. На восстановление колокольни необходимо 165 тысяч кирпичей. Это 420 поддонов, каждый весом примерно 1,5 тонны. И все это необходимо не только закупить, но и доставить на стройплощадку. Работа крайне сложная и весьма затратная. Отрадно то, что все эти стройматериалы на восстановление храма пожертвовали неравнодушные люди. Собор был уничтожен 85 лет назад. С тех пор в городе не было места, куда бы верующие могли прийти и помолиться. 10 лет назад нижнесергинцы решили восстановить церковь своими силами. Храм – это же дом Божий, а дом должен быть в порядке. У нас очень дружный приход. Нас немного, но люди настолько сплоченные между собой, очень дружны и помогают друг другу и вот помогают в восстановлении храма, кто как может. Со временем к инициативе подключились благотворители. Работа закипела. Уже восстановлен купол, идет внутренняя отделка, а скоро приступят и к отливу колоколов. Восстановление колокольни – это вот чудо Божие. Люди будут слышать, что происходит богослужение, что совершается молитва. Вот сердце человека будет отогреваться, он будет переходить в храм. Закончить все работы на звоннице в Крестовоздвиженском храме планируют до конца года. Дмитрий Немытов, Денис Уразбахтин, Вести Урал.